Не нашел Аргуса, хотел Аргуса найти. Хотел Аргуса найти, сделал жесткую грязюку. Ролл пиздец, конечно. Тычка нужна направо. Только не на линии. Да луз, блядь. Ебать. Терпим. Бля, что так сложно играть-то, Вол? Тут тоже марлоки. Да как же так? Играя на демонах, дают против меня одних марлоков. Это как сегодня мы жирным играли. И против марлоков. Возможно, имеет смысл брать Ривендера, чтобы ее раскачать, но факту смысла нету. Это поздно. Думаю. Я думаю, что все равно луз. Посмотрев стрим, где ты отсылаешь деньги детям, я подумал, что ты реально неплохой человек, но наблюдая весь сегодняшний игнорит твой этот к аудитории, я могу сказать, что ты просто чмищик в шапке анал. Ты заигнорил даже донат, в том числе и тот, где я пожелал здоровья твоей жене и дочери. Иди нахуй, алкаш. Чел, иди, бля, вылечись нахуй. Бля, лобби просто одних стрим-снайперов. Просто одни стрим-снайперы в лобби. Все долбятся на мурлоков. Я взял демонов, все сидят, хуярят на марлоках. 4 стрим-снайпера в лобби, 4. Дают инфу, бичи, блядь. Типа, блядь, же школьник на этой самой... Школьник на драйвере. Бля, мужики, блядь, идите, вот такие за 100 рублей лучше головачу донатьте. Мне хуйню не донатьте. Я лучше буду без донатов сидеть, чем это самое. Я и так без донатов сижу, потому что я все детям отправляю. Нахуй, блядь, я говорю, лучше не донатьте, чем донатьте такую хуйню. Не смешно, я, бля, слишком уже взрослый. Типа, раньше было угарно, там, 2 года назад, плюс-минус. Сейчас, ну, реально не смешно. Типа, просто иногда бывает смешно, но когда донаты направлены на агрессию, я считаю, что просто у ебанатов какой-то либо сперматоксикоз, либо еще что-то. Ну, типа, одно из двух. Ну, Рено взять. Ну, возьмем. Терпи ради детей. Это единственное, что можно сделать. Гард. Если я что-то заигнорил, это значит то, что я был в потной катке. Ебать, не прочитали донат, все, пиздец, нахуй. Не прочитали донат, он мало того, что озвучивается, типа, за деньги, но не прочитали донат, все, пиздец, говно, блядь.
Так говно ты получаешь, если ты еще обвиняешь в этом. Если ты сначала желаешь здоровья, а потом ты переимчивый, бля, бич, значит. Тебе, бля, 140 рублей обратно не верну, конечно, но значит ты бичуган, если ты за минуту меняешь мнение. Пошел нахуй, блядь. Можешь не донатить больше никогда. Да не, можно будет в Легион поиграть? Да мужики, ну хорош спамить про всякие игры. Я врубил картонки, ну просто по КД спамят. Когда, бля, когда ГОВ, когда Легион. Врублю Легион, скажут, когда ГОВ, когда ХС. Врублю, блядь, ГОВ спросит, когда ХС, когда Легион. Когда ФИФА, врублю ФИФУ, скажут, когда ХС. Просто по КД спамит, какую игру не врубишь, всегда спамит, когда следующая игра. Ну просто заебали спамить. Одно и то же, по КД, каждый день, хуячит и хуячит. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, хуярит и хуярит. Могу, мужики, на, 4, на 4 мониторах сразу же игр врубить, чтобы типа это самое, что вообще охуеть. Что делать с ним? Какая встреча! Кажется, весь город хочет с тобой познакомиться. Хуёво дело. Плохо то, что не было токенов. Зачем ему это нужно? Если он просто покупает ради обилки, ну, это ж, ну, хотя хуй знает, на самом деле 2-2 это сильная карта. Что, бля, с этим делать? Думаю. Демона нет смысла брать. Там Арлоки. Ну что, две девочки, 2-5 что ли брать? Фак, такое может гузло получиться. Но нужно будет найти в каких-нибудь следующих роллах дракона, желательно, возможно, Дита. Желательно трэш-босса какой-нибудь, через двух девочек камбэкнуть. Так-то роллы, конечно... Роллы прикольные, если бы у нас были бы карты. Ох, будем пушировать девочками. А, так ты сам три игры одновременно проходишь, не заканчивая ни одну, вот и хуярит, по факту хуярит 100. Так в смысле, ХС невозможно пройти. ХС невозможно пройти, а какая еще игра, в которую я играю? ФИФА чисто открываем на позитивчике, сидим паки. Просто лупимся жестко в сорокатан. Открываем пэки. А какую еще игру-то, лол? Да нет, больше, мужики, плечо болит. Ну, тебе без рофлов. Плечо, потому что там надо... Я дрыгаю рукой постоянно. И там идет это сам отклик. Это хуйня идея. Больше реально хуйня идея. Так. Бля, ну я хз. Че, неужели брать дракона, брать забав? Вообще, я думаю, то, что мы это не берем, мы делаем все на рерол. Это прикольно, можно продать, но это не усиление. Рерол. Первый раз на стриме. Да, блядь. А стример всегда такой агрессивный. Да, всегда, 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 всегда. Стример пиздец какой агрессивный, просто ебанутый на голову. Просто вообще ебанько. На всю голову больной. Бля, вообще можно на самом деле, если нас пробьют... Блядь, слышь, глайдер, как тебе идея? Забрать 3-3, на следующий ход забрать 1-1, позолотить жонглера... Или, ну, типа, даже вообще, скорее всего, позолотить жонглера и сделать левелап. Что думаешь? Слышь, глайдер? Что думаешь? Позолотить жонглера и выйти, это самое, забрать, возможно, 1-1 и не левелапаться. Да, можно даже не левелапаться. Что думаешь, глайдер?
5-7. Ну... Глайдер! Глайдеру похуй. Глайдер, заебал, подскажи, блять. Как бы ты сделал? Ну что за тычки? Только не налево. Хорошая тычка. Глайдер сидит. Бля, глайдер заебал не подсказывать. Ой, блядь. Я не знаю, ну не знаю, золотить или нет. Я просто думал, смотри, что сделать. Ты отходил. Ну смотри, что я думал сделать. Если я беру это и остаюсь в этой таверне, то я не золочу стрелка. Я думал позолотить стрелка и забрать 3-3 таунта и сделать левелап. Вот что я думал сделать. Вообще 2-1, кстати, можно забрать. Бля, нахуй он мне нужен. С другой стороны, нахуй он нужен. Слышь, глайдер. Бля. Золотой дракон. Блять, сука, какое же тупорылое животное, блять. Бим-бим-бам-бамов. Пока, блять. Не разбанивайте его, бля, никогда больше. Это бим-бим-бам-бамов, бля, пусть нахуй в школе. В школу пойдет учиться, блять, и на позитивчике это самое. Бим-бим-бам-бам. Как говорится, к пустой руке голову не прикладывают. Ты был хорошим воином, жаль, что еблан. Не знаю, мне кажется, что это был, наверное, неплохой ход. Ну, типа, мне 2-1 не нужен. Надо было делать, скорее всего, левел-ап, это было бы темпово, и золотить 3-5. Блядь, зачем его зафризил? Он мне по факту не нужен, он мне погоду не делает. Блядь, зачем его зафризил? Мне нахуй не нужен. Понял. Понял. Хард. Пил дорогой. Ой, то, что думал. Ты отсылаешь детям деньги, держи в курсе. Молодец. Но говорить, что ты сидишь без донатов, это ВС равно. Что как ты, наверное, забыл. Но я напомню. Донатов нет и не будет. Не покажу жопу на стриме, не рекламил фифу. Не поставлю трек Алишера Тагировича Моргенштерна и полы дома не мою. Можно было ее прямо сейчас позолотить. Но мы будем делать ребилд. Мы будем делать даплет в пятерку, скорее всего. Мы будем искать эту Урзу Лулу. Либо возможно, мы будем делать даплет в шестерку. Блять, сложно, пиздец. Ладно, главное не въебать. На седьмой, ну, на самом деле, мы, скорее всего, въебем, потому что у нас так говна. Нам еще нужно, чтобы у нас стрелок разбился. Надо 3-1 надо было вперед ставить. Надеюсь, что разобьется. Ой, блядь. Выстрел. Нужен еще выстрел туда же один. Бля, сам себе. Ну, сам лишил. Фейка. Понятно. И что? И все. Что из этого пикать? Ну, экономику возьмем. Магур нет, Ревендер. Ревендер тоже нет. Ну и Ревендер, если мы найдем дезратлы. Бля, ну пиздец, сейчас нахуй вылечу. Минус 11, и что пикать? Типа ее золотить, пытаться камбэкать через... А камбэкать мне сейчас принесут на 11.
Из-за того, что я вэлью не получу. Да, блядь. Мой любимый командир снова в игре. Можно начинать? Дает еще одного стрелка. Ладно, может быть, кстати, еще не луз. Мне кажется, все равно ее надо золотить. Никому не говори, но я болею за тебя. Бля, 2-4 зафизит или не зафизит нахуй сегодня? У меня новые рекруты. Выбирай. Фейка, пожалуйста, дайте фейка. Да я подряд проиграл 2 файта. Но это лустрик. Это еще не конец. Это лустрик. Опять дают чела. Я охну сейчас, блядь. С возвращением. Как оно там? Все в порядке? Не хочу играть говно в это ебаное. Дай даплет, блядь! Урод ебаное, бля, говно! Опять дают мурлоков, ну чё за хуйня? Ну дай даплет, стрелков! Уёбище, блядь! Ну какая, бля, я не знаю, чё... Минус ты, забав сюда, съесть, захавай тебя ради статов, типа забрать даплет, хуйня. Ты еще можешь отыграться. Ну, не знаю, буду надеяться, что стрелки справятся. Хз. Похуй, что... Ну, мы вылетели, скорее всего, Трудный бой. Соберись. Ты еще можешь выиграть. Привет, Бибон. Раз уж стримишь помойный ХС, можно обойтись без твоей говноаналитки. Просто кидай карты и ори как обезьяну, когда тебе ебало на 15 сносят. А то слушать твои псевдоразмышления меня уже подташнивать начинает. Тебе сколько раз говорить, кино играется от первой таверны. Хоть кол на голове чеши. Под пивасник сидит и рассуждает о том, какой плохой чат. Банит работяг второй день. Крыса построила себе замок и сидит теперь в шее. Минус 100.
Интересно, зачем он токена поставил вперед? Привет! Сегодня слили данные Твича, и твои там есть все карты и расчетки, и место нахождения тебя, так что беги. Восклицательный знак, скобочка, скобочка, скобочка. Ну, во-первых, я эти деньги специально детям кидаю, а во-вторых, я как желал здоровья твоей жене и дочери, так и желаю. Но на такие пожелания хочется услышать просто человеческое спасибо. Не понял, донат после игры перечитай. Где ты увидел, что я переобулся? Или все мозги уже пропил, Кику? Бля, чел, бля, просто дохлого заебет, блять. Просто дохлого заебет.